자, 바다래. 여긴 남극이고 저긴 북극이야. 시작하자. 그래. Знаете, такой максимально серьезный, агрессивный трек, такой прям жесткий, и вот это вот уже не творят. По фоне какие-то мусоры, трущобы. Банчан читает. Уф. Whether feeling hot or cold, straight kids going fast so slow. 난 극격 북극 get life, 극과 극과 극. Well like green lights red, fire what's the man? 난 극과 북극 get life, 극과 극과 극. LXOXO, 밖에 몰라. LXO. 아, 이게 как чуваку было в этот момент неловко их обижать. Я не могу с них просто. Что происходит? И там же Чанмин уже угорает просто. Ой, да. Во-первых, у нас YouTube отвалился, да, я так понимаю? Во-вторых, по-моему, я не помню у них треков, где бы они читали на таких пониженных тонах. Такое прям приземленное, такое грубое. Там Феля там вообще, ну, для Феля это ладно, это какая-то у него обычная техника, а Чанбин так прям низенько, агрессивненько. Вау! Хочу еще раз этот куплетик. Он прям кайфовый. Ой, малой, конечно.
엄마보다는 아빠 버릴 수 없잖아 마 둘 다 좋아해요 겨울에 입는 반팔 여름에 전기장판 굳이 꼭 그래야 함 적당히 좋아해요 Так, кто их хореограф? Я хочу знать, кто им ставил танец. Потому что этот танец, это великолепный танец. О! Так, а что малой пел? А ну-ка, написали быстренько, что там пел. Что? Джанне? Ох, Лино, твою мать. Вот вопрос, зачем вливать столько бабок в клипы? Просто вышли, угарнули, и все хорошо, все прекрасно. И трек такой прям стилевый, кочевый, вайбовый, серьезный, агрессивный. И такой прям диссонанс делает. Мое почтение. Ой. Вот могут же делать. Могут. Так, это трек из их EP I'm You, означает север-юг, трек о том, что в жизни вечно надо делать выбор. Да, аскизы говорят, что они противоположность противоположности и могут одолеть все, не выбирая что-то одно. В принципе, посыл Стрэйв, как всегда, вот он такой. А, что там пела Малой? Малой пела «Папа лучше мамы» или «Мама лучше папы». Я люблю их обоих. Саранхулечку. Да, с таким серьезным лицом, конечно, это надо было делать. Серьезным лицом, конечно.